Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поделюсь с вами рецептом ванночек для ног. Мы будем с вами снимать усталость наших ножек после трудного рабочего дня. После этой процедуры ваши ноги перестанут гудеть, болеть. Этим рецептом поделилась моя бабушка, а как вы знаете, раньше приходилось очень долго и упорно трудиться. Ну и, конечно же, быть постоянно на ногах. И такие ванночки – это прекрасный способ снять усталость, отеки, улучшить кровообращение. После такой процедуры на утро вы почувствуете облегчение, легкость и приятное удовольствие. Главное в этом вопросе – это правильная температура воды, продолжительность процедуры, подходящий выбор компонентов и регулярность сеансов. Ну что ж, давайте приступим. Итак, первое – это наливаем в таз воды, 2 литра где-то примерно. Температура воды 40-45 градусов. Такая температура комфортная для ног. Далее добавляем 3 столовых ложки соли. Я добавляю обычную, можно также добавить морскую. Эффект, я думаю, даже будет лучше. Теперь добавляем 3-5 капель йода. И 5 капель эфирного масла чайного дерева. Тщательно перемешиваем. И опускаем наши ноги на 15-20 минут. И релаксируем. Отдыхаем и расслабляемся. На утро после такой процедуры ваши ножки обретут необычайную легкость. Если бы они могли говорить, они обязательно сказали бы вам спасибо. Они восстановятся и будут готовы топать дальше по своим делам. Делать такую процедуру можно 2-3 раза в неделю. После этого вытираем полотенцем и можно намазать кремом. Поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Им эти ванночки тоже пригодятся. Спасибо большое за внимание. Всем здоровья, удачи, хорошего настроения. И до новых встреч. Скоро увидимся.